Приветствую всех любителей футбола в Красноярске на матче пятого тура женской футбольной суперлиги, в котором Красноярский Енисей принимает футбольный клуб Краснодар. В первом матче новой команды в официальном уже на третьей минуте краснодарки пропустили и не смогли отыграться в игре с Локомотивом, который на данный момент лидирует. Видим и появление команд и бригады арбитров во главе с Верой Опекиной из Сочи. Помогает и сегодня Елена Покорская из Москвы и Екатерина Павленко из Костромы. Ну и состав Краснодара здесь тоже при воротах команды гостей. Ну и свисток Веры Опекиной. Поехали. Краснодар разыгрывает мяч с центра поля, начинает выстрелить, и в конце вот уже случился тот гол. Сейчас момент опасно, и что здесь? Положение вне игры. Пока у нас подача штрафного не самая, вроде бы опасная, но Цирульникова здесь. Краснодар на подборе, Гусева мяч сохраняет, еще одна подача. Костырева головой скидывает мяч, опасно, рядом со штангой. Хороший момент. Сразу после нашей игры в 3 часа по Москве «Звезда 2005» играет с «Локомотивом». Наверное, центральная игра этого тура. Пока же Енисей в атаке. Алешчева на Шахова удар. И мяч в воротах. 21-я минута. Ксения Шахова наносит точный удар с разворота, заставляя капитулировать Татьяну Щербак. Так, хорошая атака Енисея. Есть заброс. И момент какой опасный. Сейчас сразу два игрока Краснодара на дальней штанге по мячу не попадают. Сейчас Абраменко мяч привозит. И вот удар в створ с игры наконец состоял. Итак, начался второй тайм. Енисей с центра поля. Все с ней в порядке после оказания медицинской помощи. Чуб с мячом. Есть возможность для удара. Опасный момент сейчас. И Цирульникова не очень ловко ногами мяч отбивала. Возможно, какой-то рикошет был. И контратака. Что здесь придумают гости? Переобманы движения. Удар Арганова, перекладина. Правильно. Рассудили арбитры. Итак, угловой момент. Ох, каркас. Третий раз спасает Енисей. Есть подача. Ой, момент какой неприятный. Выбить тогда нет, не получилось. И финальный свисток от Веры Опекиной. Завершен матч пятого тура женской футбольной суперлиги между Енисеем и Краснодаром. 1-0. Минимальная победа красноярской команды. Первая победа Енисея в этом сезоне. Поздравляю сейчас все. 17:30. Зенит Чертаново. Матч двух соседей Енисея по турнирной таблице у Зенита. После четырех туров также от Енисея было.